Приветствую, друзья, канала Фишинг. У нас распаковочка, анбоксинг. Значит, анбоксинг, и сразу же в этом видео небольшой анонс. Сейчас, если все сложится хорошо, еду на дикарь, друзья, будем разбираться с флитом на дикаре, на диком водоеме. То, о чем я вам говорил неоднократно, то, о чем вы просили в комментариях 150 раз, я вас всегда слышу, и вот появилась возможность, пригласили меня друзья, в общем, будет видео интересно, а пока что будет серия распаковок, где вы увидите мою подготовку к... Надо курить просто. Вы увидите мою подготовку к поездке, собственно говоря, на Дикий Водоем. И первая посылочка от компании Carb Zone. Ссылочку на магазин, как всегда, я даю в описании под видео. Почему-то вы спрашиваете постоянно, я всегда говорю, ссылка в описании под видео. Нет, все равно найдется тот человек, который скажет, Димон, дай ссылку мне, пожалуйста, вот в комментариях под видео. Ну, тем не менее, друзья, комментируйте, смело спрашивайте, что вам интересно. Я всегда с удовольствием отвечаю на адекватные комментарии. Ну, сейчас снова появились какие-то неадекваты на канале, но это периодически у них обострение бывает, друзья. И они какими-то волнами такими, в общем, ну... Ладно, пусть. Пусть. И без таких тоже сложно и скучно жить, я вам скажу. Поэтому пусть будет. Я уже даже не удаляю, не обращаю внимания на такие комментарии. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. В общем, если в мою сторону оскорбительный комментарий, мне пополам, честно говоря. А если вот уже... вас, друзья, адекватных подписчиков, адекватных участников сообщества канала Фишинг начинают оскорблять, я такого человека сразу баню. Так, что ж такое, я ж нож точил, что ж рубом запечатал. Так, ну здесь две пачки пеллетсов, в принципе. Так, это новинка CSL Pellets и вот этот 8-мм пельчишка, вот такой вот, друзья, поедет со мной на Дикий Водоем, CSL Pellets. Ставим сюда. И этот тоже я еще не пользовался, это карповый пеллетс, протеин 33%, фэт. Друзья, ну переведите, пожалуйста, в комментариях, что такое фэт, напишите, я потом сам, правда, посмотрю, ну интересно. А вдруг из вас кто-то знает. Фэт 7%. Надо будет глянуть. Так, вот такой вот. Тоже я не пользовался, но это карповый. Он, по идее, на основе рыбной муки. И я еще подумаю, брать его с собой или нет. Потому что есть информация, что на том водоеме, на который я еду, очень много анального слоника. Нет, друзья, это я так называю, потому что действительно, когда этот канадский сомик заглатывает крючок, у него через анальное отверстие только можно достать крючок. Вот, поэтому прилипло такое название анальный слоник. В общем, друзья, смотрите, это действительно на самом деле проблемная рыба. Ее на том водоеме много, и это будет одно из препятствий поимки карпа. Поэтому буду, скорее всего, отказываться от рыбных всевозможных запахов. Так, смотрим дальше. Второй ящичек, тут уже поинтереснее будет. Кстати, друзья, вот давайте так, если у вас есть опыт ловли в таких водоемах, где очень много сорной рыбы, такой как тоже канадский сомик, пожалуйста, пишите в комментариях, как вы именно при ловле карпа избавляетесь от этой гадости. Ну, это действительно гадость, потому что жрет икру, уничтожает карася, даже атакует малька мелкой рыбы. Так, смотрим дальше. О, распаковали вверх ногами. Ну, так, это экстракт ливера и черного перца. Я уже брал, прикормка однозначно работает, как, рабочая как во флите, так и в классическом фидере. Так, далее, карамель тоже сработала у меня на колхозном водоеме прекрасно. Себя показала. Погнали дальше. Опять же, Калибут, снова рабочая прикормка. В принципе, скорее всего, во флет. Ну, я еще прикормочную буду строить. У меня пока наработки еще время есть. Это все вы, друзья, если вы не подписаны на канал Фишинг,
Обязательно подпишитесь и не пропустите видео с той интереснейшей рыбалки. Так, ну и тут новинки еще. Это... Так. Значит, Gold серия. Это, по идее, варенка должна быть. Тоже новинка у Карбзона. Я брал обычные, у меня прекрасно сработали. Обычная там флюор серия, ту-тонс серия, в общем, разнообразные самые есть. У меня сработал. Вот. Ну и сейчас взял. Сейчас взял новинки. В общем, туна асафоэтида. В общем, друзья, тоже переводите в комментариях, такой вот у нас будет конкурс, я буду вам благодарен за это. 45 штучек даже посчитано, 16-миллиметровая, ну, рыбу будем серьезно брать. Так, дальше из World серии плюм и слива черный перец. Вот так вот выглядит, классненько. Вот. Так. И ливер and бутерик. Ливер and бутерик. Как вам мой английский, тоже пишите, друзья, в комментариях. Это Gold серия. Три штучки и три. Это что за серия? Hogbaits, наверное, серия. Ну там, по-моему, была еще премиум какая-то. Возможно, это и она. Krill and Squid. Это уже 14-миллиметровая. Дата, кстати, проставлена. Это огромные молодцы, что ставят дату. И при покупке вы, друзья, понимаете, что вы покупаете. Свежее, не свежее. Так, ливер и белочан. Вот эта тема хорошая. И белый шоколад. Белый шоколад и банофи. Или банофи, как это называют. Вот такие светленькие, красивые. Бойлики. Так, друзья, погнали, на этом еще не все. Значит, заказал я себе стопорочки. Вечная проблема у меня с этим делом. Вот такие 100 штучек. Карбзон прямо в магазине копеечки стоит и надолго хватает. Вот. Потом будем вязать интересные монтажики. Под это дело колечки. Ну, опять я уже раскрываю все секреты вам, все... крючковые кольца, в общем. Все тайны и все сюрпризы канала Fishing в этом видео я вам раскрываю. Далее, две пачечки стопорков для крючков. Ну, я сейчас не буду рассказывать, вы сами все увидите в ближайшее время. Вот такие стопорочки на крючок. Как они одеваются, что с ними делать, это все увидите. И крючочки, друзья. Крючочки, значит, я уже брал, но так как у меня на тесте были другие крючки, я отдал их... вот эти потестировать своему другу в Киеве. Я думаю, Саша напишет в комментариях под этим видео, что он об этих крючках думает. Ну, мне он их расхвалил очень сильно. То есть обманывать меня смысла я не вижу, и этому человеку я доверяю, поэтому я и заказал себе еще таких крючочков. Довольно доступные по цене. В общем, друзья, тоже протестирую и уже свой отзыв вам скажу в ближайшее время о этих крючках. Значит, смотрим. Longshank Hook. Вот такая форма. Ну, тут нарисован он с прямым колечком, а на самом деле чуть загнутым. Это чтобы уже не махаться и не ставить термоусадочку. Так, это был восьмой номер. White Gape 6. А тут наоборот. Колечко нарисовано чуть загнуто, а на самом деле прямое. Но хотя прямое, как показывает практика, отлично ловит благодаря широкому расстоянию между острием и, ну, не суживается расстояние. В общем, в этом, друзья, тоже я подробнее вам расскажу. Так, шестой и четвертый. Так, ну, хочу обратить внимание, что даже... если брать по фоксу, то где-то два размера скачет. То есть четвертый здесь, как второй у фокса. Но так для сравнения, чтобы вы понимали. Так, это Муга Хок. Интереснейший крючочек. Тоже давно хотел с такими поработать. Восьмой номер. Муга Хок. Шестой номер. И
Longsheng тоже шестерочка. Вот. В ближайшее время, друзья, будем вязать монтажи. В принципе, вот такая вот посылочка. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки обязательно, комментируйте. Отвечайте на все те вопросы, что я вам задал в этом видео. Очень интересно будет пообщаться с вами в комментариях, почитать ваши комментарии. Все, друзья, больше вас не задерживаю. До встречи на рыбалках, до встречи на канале Fishing. Пока!